Всем привет, с вами Светлана, и сегодня покажу вам, какие работы у меня завершены, закончены. И хотелось бы объяснить немножечко, где я пропадала. Я была в больнице, перенесла операцию, и сейчас я уже восстанавливаюсь, поэтому не было видео, наверное, так долго. Вот, но сейчас вам покажу, какие работы у меня завершены. И уже в следующем видео покажу, какие работы я сейчас делаю. Вот, кому интересно, оставайтесь со мной. Ну, вот так на стене в кухне смотрится эта картина. Согласитесь, что поскольку стена вот она огромная, да, я уж не буду вам всю кухню показывать. Туда еще есть еще место, сюда еще есть место. Вот сюда, конечно, просятся еще чашечки, и я уже заказала 2 набора. Вот чуть поближе вам покажу багет. Вот он такой, как зернистый, ну, напоминает немножко кофе, да, цвет точно напоминает. Есть отлив и внутренний такой фиолетовый багет, сиреневый. Ну, чуть-чуть поближе. Это я вам уже 100 раз показывала крестики. Вот, так что вот так вот оформилась моя работа. Вот, и будем ждать еще чашечки от Милхил. И покажу вам еще одно изделие, которое я закончила в июне. Это вот такая носовушка, да. Кружево я пристрачивала к вышивке на машинке, а непосредственно к наволочке я пришивала на руках. Вот. Наволочка куплена в Zara Home. Такая подушечка, она... Мне так было лень шить подушку. Вот она на этой самой. Да даже не то, что лень, я не умею шить и не люблю шить очень сильно. Ну, в общем-то, в итоге получилась достаточно такая симпатичная докторица. Будет ездить в машине у моей родственницы. Вот такая вот совушка. Ну и вот моя, так сказать, последняя работа, которая завершена и оформлена. Это испанская ванна. Толстячки мои любимые Рональда Уэста. Она оформлена абсолютно в таком же стиле, как и все мои работы по Уэсту. То есть это вот такой багет деревянный, да, немножечко такой как процарапанный. И розовый вот этот вот внутренний багет. Ну, вот, вот такая вот работа. Сейчас поближе вам покажу багет. Вот так вот, да. Стандартная для меня. Работа эта далась мне непросто. Здесь очень много четверть крестов, и схема такая, ну, нетривиальная. Но я очень рада, что я ее завершила, и в моей коллекции появилась еще одна парочка, сладкая парочка пухляшек этих чудесных. Ну вот для интересующихся поближе крестики, конечно, они не идеальные, это вышивка на льне, вот, плюс, ну, не идеальные, короче, они. Но я все равно очень люблю эту работу, она такая, как сказать, необычная очень, вот. Ну, на сегодня это все работы, которые у меня готовы, вот. Как только будет что-то еще готовое, я вам обязательно расскажу. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем всего самого-самого доброго и до новых встреч!